Чем нас удивит 2012 год? Я буду говорить первой. Я думаю, что в 2012 году Ростов-на-Дону, южная столица, станет центром вселенной официально. То есть не только центром вселенной, всей вселенной, но и центром России однозначно. И куранты будут бить настолько громко, что в Ростове-на-Дону будет слышно отсюда... Сколько километров? Очень много километров. Паша, теперь ты. Я скажу вам насущно, у нас пропадут пробки, как странно их перестанет быть, в связи с тем, что расширятся города, и будет у нас процветать доброта, любовь и гармония. У меня юмора больше не хватает, поэтому как-то так. Про любовь мне очень понравилось. Давай, будет меньше пробок, будет больше любви. Прямо на улицах.